Известный барнаульский живописец Анатолий Щетинин стал достоянием Сибири. Золотой почетный знак в номинации «Культура и искусство» он получил первым в Алтайском крае. Ну, и сам знак, золотой действительно знак. Он маленький, но дорогого стоит. Почетный знак достояния Сибири существует 25 лет. За это время его обладателями стали всего 408 человек. В номинации «Культура и искусство» Анатолий Щетинин стал 11-м лауреатом. По словам художников, номинантов мало, и оттого стать кавалером знака более почетно. Как написано в свидетельстве, награду Анатолий Прокопьевич получил за сохранение культурных традиций и организацию школ художественного творчества. Его арт-галерея на Социалистическом проспекте – одно из самых популярных пространств в краевой столице. Каждый месяц здесь открываются новые выставки. Например, сейчас можно увидеть компьютерную графику бийского художника Юрия Бушко.